Привет, друзья! Вы снова вместе с Фарнакс. И впереди пятерка самых продаваемых банных печей в наших магазинах и на сайте farnax.ru. Выясним, какие печи в тренде уже с десяток лет, а какие только набирают популярность. Номер один долгие годы – Гейзер 2014 Inox. А все благодаря тому, что у печи отменные парозакрытые каменки и открытые для души, надежная топка из нержавейки с гарантией от производителя 3 года, которая дает быстрый конвекционный нагрев парной. У Гейзера куча цветовых модификаций корпуса и есть стильная дверца с большим стеклом. Это то, что отмечают покупатели. А вот нам нравится то, как в Гейзере реализована веерная подача воды на камни закрытой каменки. И то, как в модификации со встроенным теплообменником он изящно и незаметно пристроился на боковую стенку. Вместе со зрителями Farnax Film мы разбирали эту модификацию, так что подпишись, чтобы детально изучить это видео. Это было первое место. Aston 16. Пожалуй, по-настоящему новая народная печь. Здесь, конечно, в первую очередь решает цена, но и внутренняя цилиндрическая каменка, хоть и небольшая, но все же с парогенератором, который доставляет воду на раскаленные камни, как раз для того, чтобы получить заветный легкий пар. Для небольших парилок печка самое то, у нее крайне компактные размеры и все благодаря тому, что топливный канал стал частью топки, то есть в нем можно смело жечь дрова. Топка спрятана в сетку, в которую входит около 100 кг камней. Самая доступная модификация и самая популярная из стали 09G2S. Мы даже специально съездили на завод Везувий, чтобы посмотреть, как топки печей сваривает робот. Третье место уже за чугунной печью. Везувий Легенда 16. Про эту печь уже много сказано. Простая, но уже проверенная временем топка из чугуна. Здесь нет закрытой каменки, но огромная масса камней, укладываемых в массивную кожух сетку, дает чудесное мягкое тепло при нагреве. Наши рекомендации докупить к печи парогенератор от того же Везувия следует почти каждый первый покупатель. С помощью него проще добиться от печи легкого пара, ведь через воронку вода доставляется к самым нагретым камням. Добропар 1418 – четвертая печь в нашем списке. Материал топки – конструкционная сталь, в основном 4 мм, но в самых ответственных местах уже восьмерка. Не первый год мы торгуем этими печами и покупают их за сочетание доступной цены и возможности получать пар с закрытой каменки и открытой. Интересно то, что цена на модификацию с чугунной дверцей со стеклом и дверцей панорама почти не отличается. Тут уже дело вкуса. Кстати, на нашем канале есть подробный отчет об установке этой печи. Подпишись. И завершает наш хит-парад самая доступная печь из всей этой пятерки – Тайга Морошка. Компактная, но в то же время мощная. Их берут в среднем для парилок в 12-14 кубов. Хоть печка и маленькая, в ее кованую сетку входит больше сотни килограммов камней. А сама печь, внимание, весит 71 килограмм. А все потому, что изготовлена из стали 09G2S с честной толщиной в круг 5 мм. Печь простая, понятная, с задачей нагрева парной и получением пара справляется прекрасно. В общем, за свои деньги отличный вариант для небольших парилок. Итак, актуальные цены на эти печи в магазинах Farnax и на сайте farnax.ru. Там же в карточках товара вы найдете ссылки на обзоры на канале Farnax Film, так что заодно подпишитесь. И не забывайте пользоваться промокодом при заказе с сайта. Ваши вопросы и пожелания ждем в комментариях. Ну а на сегодня все. До встречи. Пока.